быть вам полезна, князь тьмы. Сегодня удачный день для свидания. Сегодня пятница, 13 июля. Нет-нет, я хочу с кем-нибудь познакомиться. Поняла вас. Вы хотите включить самца? Ты вообще меня слышишь? Я хочу встретить любовь. Мне одиноко. Я понимаю. Вы хотите тапиоку. А, слишком много глаз, слишком мало глаз. Не люблю щупальца. Пап? Мэвис! Ты слишком много работаешь в последнее время. Пора тебе отдохнуть от планирования чужих каникул. И я точно знаю, как тебе в этом помочь. Мэвис, прошу, скажи, что ты задумала? Круиз? Сюрприз! О, нет! Пап! Да ладно, будет весело. Можем понырять с аквалангом. Попробовать деликатесы. Или просто насладиться видом. Ну все, пап, спасибо. Может, и ты найдешь свой фейерверк на корабле? Это не лодка любви, Фрэнк. Эй, на палубе! Я капитан Эрика. А вы, должно быть, единственный неповторимый Дракула. Дубеди, шубакубеди. Мужчины с акцентом всегда кажутся такими умными. Дубеди, шулакубеди. Ты молодец, дорогая! Это наш лучший отпуск! Ты был прав, прадедушка Ван Хельсинг. Монстры отвратительны! Они даже не представляют, что я для них приготовила. Все идет точно по плану. Что-то не доверяю я этой дамочке. Еда здесь убийственно хороша. Должно быть, в гуакамоле был чеснок. Надеюсь, он вас не убьет. Это вы? Монстры на каникулах 3. Море зовет. О, нет, нет, желе сейчас тошнит.